Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, Хировонтер изменился. Поехали, друзья! Ребята, начало великолепное. Фортепиано, ребятки. Играет так хорошо, так красиво, ребятки. И там где-то наверху птички поют, ребятки. И все вместе так красиво. Yeah. И каждый раз, когда дропаю число, будто мир чуть-чуть изменился. Когда ты дропнул, твоя тёлка тебе изменила. Мы так тупо расстались, блять, я просто мог извиниться. Но она тоже, сука, орала громче, чем стример извинится. Мой брос Украины финесит котлеты по-киевски. Мой малой кайфует, я не хожу на родительское. Даже если скажу, что снова сел бухой за водительское. Не ебёт, нахуя ему эти лекции? Он один разок въебётся и поймёт. Изюк кидает слюз, мы кидали петушиный помёт. 10-й класс, пинок под жопу и школа. Полет, как из жопы говно, меня выгнали. Похуй, я сделал бабки, не делая корочку. Она появилась на языке из-за рэпчика безостановочно. Ну ладно, Ромчик, давай, вот и моя остановочка. Не забывай бинты сегодня в 9 на тренировочку. Торчал на ехах, и мой хуй был похож на веревочку. И в 17 понял, что это в могилу путевочка. Ребятки, что могу сказать? Это трек воспоминания. Воспоминания школы, как он учился, как его из школы выгнали, ребятки. И настоящий тоже. У него семья, видать, я так поняла. Со своей женой поссорился, она его выгнала или он ее выгнал. Ребенок у них есть. На собрание не ходит. Он рассказ о своей жизни, ребятки. О своей жизни. Так и не слил накопленные баллы в пятерочке. Каждый раз охранник находил в карманах водочку. Хуево прячешь, в следующий раз вызову ментов. Кстати, его сын еще сидит за то, что тоже вор. Денег хватало только на флеша, нравился, блядь, Бёрн. Грустил и пил его в ушах стыцамен и Ван Дорн. Бывшие одноклассники, типа, чё пишешь, музон? Все еще до сих пор? Им не понять меня, они всегда шли за стадом, искали комфорт. Срезаю верхушки, кидаю в комфорку. Знаю, что нельзя так сушить, но раскуриться охота. А завтра еще к 10 на работу, и так 2 года. Офиком. Сходил с ума в одиночку, начал разговаривать с водником. Близился осенний призыв, а я не хотел проебывать ни дня, ни тем более годика. Лег в дурку, было мрачно, но не как готика. Напичкали то ли лекарством, то ли наркотиком. Сказали расстройство, я так и не запомнил, какое там. Вернулся, распродал, решил закончить с гровингом. Раскуривался под мультсериалом, это гровинг. Пиздец, влюбился, но в итоге выбрал карьеру и выцепил ближайшие билеты до большого города. Today с Нолин Феном зашел, но по мне он хуевенький. Все больше внимания, телок, денег и наркотиков. Предательство, депрессии и одиночество. Несмотря на любовниц и на любовь поклонников, забыл о существовании отдыха. Думаю, что слезу с хмурого вовремя. Пиз. Yeah. Просто веселое начало грустной истории. Ребятки, что могу сказать? Я назвала бы этот трек «Исповедь», ребятки. Он как перед нами исповедуется. Понимаете? Он рассказ о своей жизни. Я уже повторюсь опять. О учениках, о своих друзьях, о своей семье. Как он занимался спортом. Все, вот, понимаете? Что очень тяжело писать треки. Писать музыку очень тяжело, говорит. Действительно, ребятки, это большой труд, я думаю. Музыка мне понравилась. Я очень люблю фортепиано, ребятки. Мне нравится музыка такая. Очень нравится, ребятки. Голос мне его нравится. Что он не кричал. А все спокойно. Спокойно у него. Рассказал о своей жизни, ребятки. Мне понравилось. Я вам рекомендую.